Зумба – одно из любимых танцевальных направлений жителей округа. Каждые выходные в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха собираются взрослые и дети, чтобы зарядиться энергией этого танца. Елене Тагировой 40 лет. Говорит, танцы в ее жизни занимают особое место. Зумба помогает расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Зумба меня привлекает тем, что я очень люблю танцевать, и на фитнес я пошла только ради танцев, потому что я всю жизнь, можно сказать, не натанцевалась, поэтому пошла подрайвить, покуражить, порадоваться. Зажигательная тренировка манит ритмичными движениями и латиноамериканскими мотивами. В программе сочетаются разные стили – сальса и самбо, меренго и кумбия. Поднимайся с дивана, достань руки из кармана. По словам тренера, особенностью зумбы является ее доступность. Хореография состоит из простых повторяющихся движений. Именно поэтому любой может пуститься в пляс. Это такая активная кардиотренировка. Очень заряжает настроением и позитивом. После каждого занятия зумбы уходят люди с заряженной энергией, какой-то радостью. Для здоровья тоже очень полезно, потому что очень много сжигается калорий во время тренировки. В отличие от обычных танцев, зумба – это танцевальная фитнес-программа. За час в организме сжигается около 500 калорий. Тренировка не только полезна, но и увлекательна. Если один раз пришел на зумбу, то обязательно вернешься. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».